Школа номер 59, на которую пожаловались родители учеников из-за состояния здания, проверят прокуроры. По данным правоохранителей, на данный момент организована проверка своевременности действий руководства по подготовке образовательной организации к началу учебного года. Также будет дана оценка деятельности подрядчика по выполнению ремонтных работ. Фотографии, потолок, тут плиты уже даже разошлись. Вот это же страшно, что может упасть даже на ребенка. Или преподаватель тут будет стоять. Напомним, жуткие кадры отвалившейся штукатурки и текущих потолков в 59-й школе сняла мама одного из учеников. Состояние учебных классов шокировало родителей. Просто протекает, а там прям с третьего первый этаж. И она очень в ужасном состоянии. Сейчас начало учебного года будет. И как наши дети пойдут в эту школу, то есть это и плесень, это грибок, но нас это беспокоит. Еще то, что сейчас у нас пневмония, заболевание вот это вот, ну это в сырости сидеть дети, кабинеты, ну это страшно. Руководитель школы уверяет, что работы ведутся поэтапно, подрядчики уже заменили кровлю, закончить ремонт планируют в срок. Чтобы его правильно отремонтировать, его нужно обработать предварительно от плесени. Для этого нужно зачистить все до кирпича, обработать специальными растворами в 3 захода, а потом только ремонтировать эту поверхность. Вот только родители не верят, что 1 сентября помещение заблестит, и теперь свою проверку начали прокуроры.